Итак, Максим, твой агент говорит, ты довольно популярна в области кино и развлечений для взрослых. Это верно? Мне любопытно, ты всегда стремилась к этой профессии? Я хотела быть знаменитой. Если нужно прочитать реплики, которые мы дали, пожалуйста. Я знаю текст. Она поворачивается к камере и через свою травму обращается к зрителю напрямую. Назови 5 звезд, которые начинали с фильмов ужасов. Джейми Ли Кёртис, Джон Траволта, Дэми Мур, Брук Шилдс и... Максим, мать ее, Минкс! Из-за долбанного маньяка страшно по улицам ходить. Ночной сталкер. Ночной сталкер. Ночной сталкер. Терроризирует Лос-Анджелес. Я могу за себя постоять. Слова всех жертв Голливуда. Максим. Я искал вас как частный детектив. Мой наниматель – влиятельный человек. Прошлое не отпустит тебя. Оно продолжит стучаться в твою дверь. Ночной сталкер нанес очередной удар. Если бы трех моих знакомых убили за 3 дня, я бы испугался. Что ты скрываешь, Максим? Мне нужно сказать вам кое-что конфиденциально. Что ты сделала? Это решающая роль в твоей карьере. И что бы в твоей жизни сейчас не мешало этим съемкам, устрани. Я так и сделаю. Максим! 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 Ты чертова кинозвезда. Максим 3X. В кино с 11 июля.